Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Сегодня я хочу вам показать нашу мамочку, ее зайчатками, французский баран. Сегодня у них в рационе вкусняшка. Уже скоро зима подходит к концу, у нас осталось слишком много морковки. Сегодня я решила всех кроликов побаловать морковкой. Ну, мамочке с детками, конечно, достанется побольше, а другим по одной-две штучки. Малыши еще не знают, что такое морковка, а мамочка стоит, хрумкает только в путь. Эти хархаровцев, которые недавно переехали в отдельный апартамент и готовятся в скором будущем стать мясом, мы тоже угощаем вкусняшками, чтобы росли, набирали вес, порадовали нас вкусным диетическим мясом. Здесь у нас сидит наш самчик-производитель. А к нему пришла в гости подружка его с утра. Он ее уже хорошо гулял. Она пойдет к себе домой. Пойдет к себе. Give my gun away when it's load. Is that alright? Is that alright? В этих апартаментах у нас проживает еще одна девочка-баран, покрытая вот этим самцом. Give my gun away when it's load. Is that alright? Скоро она переедет в другие апартаменты. Вот еще наши маленькие крыляшки живут по двое, потому что пока свободных клеток нет. Мы поделили самка с самкой, самец с самцом, чтобы не было, дай бог, каких-нибудь косяков мы убедим, потому что уже 4 месяца, как бы эти кролики не ранние, а позднеспелые, но все равно попадают. Сама идет в руки, дает погладить себя. Такая домашняя. Мне ее брат принес. Она жила у них дома, потому что дочка его захотела кролика. Им подарили кролика, они его вырастили, а потом принесли мне. Сказали, что ребеночка нам отдашь. Большую забирай, а ее детеночка дашь нам. Ну, вот сейчас она беременная. В конце марта ждем от нее деток. И эти две любопытные мордахи. Их кормишь, они не хотят есть, они хотят вылезти, посмотреть, что же здесь, как здесь. А вот еще две наши любопытные мордочки. Совсем недавно они жили шестером, все вместе. Сейчас их рассадили по два. У нас получилось две самочки и четыре самца. Все живут сейчас в отдельных апартаментах. Две самочки вместе и по два самца вместе. Подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте. Всем очень рады, ставьте лайки. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.